Сейчас экипаж новенького Ан-140 завершает предполетную подготовку. И уже через 4 часа этот самолет будет верой и правдой служить морякам Балтийского флота. Его вместимость 52 человека. Со следующего года самолет будет оснащаться итальянским электронным и радиотехническим оборудованием. Благодаря этому продукция авиакора, являющаяся членом крупнейшей общественной организации «Союз машиностроителей России», должна стать еще более конкурентоспособной. Мы провели весь комплекс наземных и летных испытаний. Замечаний нет. Сегодня самолет улетит на место постоянного базирования. Это 6-й самолет в рамках государственного оборонного заказа, который мы сдаем Министерству обороны. Работы по инвестиционной программе развития авиационной отрасли в 63-м регионе продолжаются. Сейчас разрабатывается грузовая версия турбовинтового самолета. Первая такая машина должна попасть заказчику Министерству обороны в 2017 году.